Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Меня попросили прокомментировать выступление Невзорова Александра Глебовича. Ну вот это уже пятый ролик я просматриваю. От меня название одно. «Во свете Библии и открытым оком». Эти названия оба, в одно слитые, они взяты из Слова Божия. Числа, 24 глава, 3-15 стих, говорит: «Муж с открытым оком». Был такой пророк, серебролюбивый, он за это погиб, но видения через него были. Он дал благословение Израилю. Вот. И другое место, Исаия, 8 глава, 20 стих. «Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света». То есть, кто бы это ни был, священник, атеист, безбожник, если он говорит не согласно со Словом Божьим, вот с этой книгой, со Святой Библией, то нет там света. Там тьма. То есть, человек не проглядывает, что будет дальше. Вот любое рассуждение, оно должно упираться в слова Христа. Христос говорит: кто хочет узнать, от Бога ли мое учение? Что значит, чтобы творить это дело? Творящий волю мою узнает. Я слишком много учился. Я вот говорю, что за время только службы в армии, я служил в морфлоте, я самостоятельно изучил английский, немецкий, французский, встречался с людьми, беседовал, выступал у них в собраниях. Самостоятельно. В школе иностранного языка не было. И я изучил все политические системы мира. Тогда. И нашел самостоятельно, что лучше, чем фашизм, никакой системы нет. Насколько все слажено, насколько умно, насколько правильно. Но при одном условии, что нет Бога. То есть, кто говорит, я атеист, ему не надо ничего избирать, это фашизм. Но если Бог есть, а он есть, то фашизм, это не просто фашизм, а он должен иметь руководителя Гитлер. Это не просто гениальный человек за 2000 лет, но это сатана в человеческом образе, для которого ничего нету. Главная идея, и все, что служит идее революции, все это нравственно, все полезно, как для атеизма. Иногда спрашивают, ну а почему вот один человек верит, а другой нет? У Виктора Гюго в «Отверженных» очень хорошо это сказано. Тяга к Богу прямо пропорционально его нравственности. Мысль очень ценная. Когда я расспрашиваю одного близко знакомого атеиста, я говорю: ну вот у тебя такая семья, нормально ты живешь, работаешь, да, я многого достиг. А почему ты не веришь? Ну а зачем мне? Это меня спутывает по ногам, не дает мне свободы. Они все ратуют о свободе. Какой свободе? Подшел с дьяволом, запретный плод вкусил, съел, тебя выбросили из рая, последствия как будто скрытые. Он говорит, а в заначке у него есть другие слова. «Хочу жить так, как надо, по своей злой, развращенной воле». А молитва «Отче наш» говорит: «Да будет воля твоя». Это независимо, кто будет, верующий, священник, кто бы он ни был. Эта молитва касается всех. У нас оружие учили разбирать, как правильно пользоваться автоматом. Старшина говорит, чтобы знали, как «Отче наш», а сам «Отче наш» никогда не читал. То есть «Отче наш» – молитва Господу Богу. Есть молитва к Иисусу Христу. Это «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». И есть молитва к Духу Святому, к третьему лицу Святой Троицы. «Царю Небесный Утешитель, души истины, иже везде сы, и вся исполняй. Сокровище благих и жизни подателю, приди и вселись вны, и очисти ны от всяких скверны, и спаси блажи души наши». Кто не имеет Духа Христова, он не имеет правильного рассуждения. Грамоты его никуда, он здесь. Он утром встает после похмелья, ночью несколько раз курил, и он все в дыму у него. С ним разговаривать, это он 0,5% своего таланта использует. А все остальное у него, дальше у него на ноге большой палец будет гнить, как у вратаря Яшина. Наконец, одну ногу отпилят, потом вторую, потом руку, потом ногу. Как ты можешь учить кого-то, человек, если с самой маленькой страстью, с вонючей этой травой ты не можешь совладать и находишь какие-то оправдания. Как оправдывать может табакокурение? Я помню, мы записали, может так, цикл бесед. Я приезжал с магнитофоном к
очень известному священнику Александру Меню. И заходим туда, где беседовать, и сидит еврейка, ну, лет так 75, и курит. Ну, для меня это неприемлемо. Я спрашиваю: отец Александр, а как? Ну, это кому как, это и запрета никакого нет, и проще, как нет? Самоубийцы, как и убийцы, Царствие Божие не наследуют. Вы же знаете прекрасно, минимум сегодня, говорят, не 12, а 20 лет жизни отнимает. И против табачных индустрийных баронов подают в Америке иски и выигрывают миллионы за то, что человек болел и отравился табакокурением. Он сам брал, это не важно. Кто его на это соблазнил? Отвечать придется за все. За мысли, слова и движения ответа потребует с нас. И вот это у нас будет пятое уже. Как беседовать с верующими? Я последнее время занимаюсь только Невзоровым. Много трачу времени и каждый день прошу: Господи, прости. На такую ядовитую пищу я трачу столько времени. Но мне это необходимо, как проповеднику и миссионеру. Когда я буду беседовать, а нынче я думаю быть в Санкт-Петербурге, проезжая в Португалию, в Англию, где мы думаем быть, но во все страны Европы и в Скандинавию, то, может быть, даже с ним встретимся. Я думаю, а что бы я ему сказал? Я бы ему сказал: Александр Глебович, у вас, как и у меня, одна жизнь. Где ты будешь вечность проводить? Один вопрос, ответь, где? На что ты обопрешься в смертный час? Как ты будешь умирать? И вот прослушиваю десятки его выступлений, роликов длинных, там про лошадей, где только чего не говорят. Я абсолютно твердое убеждение знаю, что он христианство никогда не знал, не касался этого христианства. Библию не знает совершенно. А он знает только то, где он был. Учился в семинарии Московской Патриархии. Где-то был, пел в хоре Московской Патриархии. Он знает сергианство, где доносят, друг на друга стучат, где, говорит, глотку готовы перервать там за хлеб, намазанный икрой. Вот где, ну, все, что он говорит, отрубить руки, вот это злобные люди, которые про этих беспутных женщин, непристойно поведение в храме Христа Спасителя, которые задирали ноги, танцевали. Он не знает другого. Не знает. Но попытка, вот с моей стороны это делается. В чем? В том, что я за него молюсь. Молюсь никем не побуждаемый к этому. Никем, кроме моего чувства к нему, как к талантливому, неспокойному человеку. Люди говорят: а чего он критикует все? Он правильно тебя критикует. И очень многое. И я это подчеркиваю. Его не отталкивать надо, привлечь. Какого человека потеряли? Родись он в первохристианской семье, а о первом христианстве он ничего не понимает совершенно. Я сегодня это просто попытаюсь доказать. То он бы был другим. Это был бы прекрасный проповедник, миссионер. И вот мы читаем. Он говорит, как беседовать с верующими. Они будут вам доказывать. А вы старайтесь не доказывать, лучше не доказывать, уйдите. Тот заранее знает, что доказывать у неверующего нечем. Чем он может доказывать? Что Библия – Слово Божие. Достаточно почитать Библию, чтобы понять. На практике исполнять. Вот я решил узнать учение Гитлера. Я дословно все, Майн Кампф, все прочитал и стал выполнять так. Никому это неизвестно. Я вижу человеческое, хорошее учение, но человеческое. Ненавистное такое, но я гитлеруис, поэтому я себя не сужу. Это человеческое. Я решил изучать Ленина. Я иду на работу, всегда брал два томика с собой. Все тома я его старался и штудировать, и конспектировал. Я столько времени потратил на него. Есть хорошая мысль, но это в сравнении с Гитлером никуда даже не годится. И тоже человеческое. Но когда в руки попало мне Евангелие, я стал читать. Первый же вечер я склонился на колени и сказал: прости меня, Господи, чем я занимался. Господь сразу же купил мою душу у сатаны и вырвал ее из ада. Я поверил, что он умер за меня. Он воскрес для моего оправдания. Как доказывать? Да чего доказывать? Ты же живешь, посмотри на руки, на пальцы, на ногти. Что у тебя есть? Кто тебя столь премудро создал? И когда в церкви поется «Влепо, то облечешься», то есть Сын Божий облегся в человеческую красоту через присно Деву Марию, зачатая Духа Святого. Не воздушно, капельным путем, как кощунствует Александр. Зачем это нужно? Нигде этого нет. Слов у них нет. Давайте беседовать то, что есть. К его словам, которые он выпускает материалы, я нигде не добавляю ни одного слова. Стараюсь с точностью до запятой сказать, как он.
А он сплошь и рядом добавляет в словах Священного Писания, то есть страха Божия никакого нет. И что? Это трагедия. Я бы ему посоветовал одно, попросить Бога помолиться, чтобы он увидел последний день своей жизни. Чем он кончит это? Просто так это не кончится. Когда меня судили, меня толкали в этот, в ГУЛАГ. Гонений у нас нет, а меня судили последний раз в 86-м году. В 86-м, июнь месяц. И меня осудили. А за мной что было? А я опубликовал архипелаг ГУЛАГ, брал интервью репрессированных. Насчитал 50 книг религиозных. Иоанна Златоуста, 12 томов. 12 томов «Жития святых», 5 томов «Добротолюбие», 4 книги Григория Дьяченко, Иоанна Кронштадтского, Игнатия Брянчанинова. Это моим голосом начитано на моем сайте. Стоит. На моем сайте. kistine1.narod.ru. Да просто запусти в Google Игнатий Лапкин сайт и сразу получишь это. Больше этого нигде нету. И я знаю, другого пути нет. Доказать, что Библия от Бога, это Иван Петрович Панин доказывает, что везде вмонтирована семерка в всяких сочленениях. И вот читаем дальше, что небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знания. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. Псалом 18:2. Доказывать не надо, что Бог есть. Ты просто открой глаза и посмотри. На одной грядке растет морковка, лук, мак, подсолнух, свекла. Все разное, все вкус. В маленьком зернышке там Бог заложил по образу и подобию, говорится. По подобию своему будет производить. Здесь же чеснок, и здесь же арбуз сладкий. Да земля одна, воздух один, солнце одно. Как так? Рождается иногда ребенок, и в нем талант заложен от деда математикой. Походка бабки. И он ничего не может сделать с собой. Почему? Чтобы больше любили. Дивно я устроен, 138-й псалом говорит. Доказательство только на себя посмотри. Кто отрицает Бога, Иоанн Златоуст говорит, безумнейший из безумных. Ты же все вокруг видишь, небеса, звезды, галактики проповедуют. Земля возвещает об этом. 300 тысяч разных организмов, там растений. 1,5 миллиона там разных букашек, разных перечисляют. Даже не верится. Неужели столько? Столько. Кто же это сотворил и столь различное? И все приспособлено. И как добывать пищу, прятаться, размножаться. Такие люди неверующие были. К римлянам, 1 глава 18 по 22 стих, прочитаю специально. Может, по милости Божией, то, что мы записываем здесь, я бы как комментирую. Эти ролики, уроки атеизма Невзорова Александра Глебовича. Может, ему это попадет, он хотя бы раз услышит живой глагол Божий, без добавок. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Ибо что можно знать о Боге? Явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, то и предал их Бог постыдным страстям делать непотребство». И далее перечисляется 18 пунктов. Это ему же ложество и убийство, и гнев, и распри, непослушание родителям. Это все в атеизме. Я читал про одного человека, он сам неверующий был атеист. Но детям своим не только основу православной этики преподавать, а чтобы Бога верили. Ему говорят, зачем тебе? А затем, чтобы не убили меня. Я ложась спать, говорит, баррикадируюсь сегодня уже от детей. Я сам сидел с преступниками, и вот у них рассуждения такие, Бога нет, все возможно. Я ему рассказываю о Боге, а что о Боге-то? Я выйду, у меня еще там три наколотые квартиры, я знаю где. Я пришел домой, а у меня не родной отец, и говорит, ну что ж ты пьешь, Гриша? Ну время образумится, давай я тебя на работу устрою. Я взял нож и сразу зарезал его. Но мать сильно плакала, и чтобы я пожалел мать, говорит, чтобы она не плакала, я тоже зарезал и рядом положил. Другой отца застрелил. Потому что отец был милиционер и пытал его, там, прижигал папиросами, он сделал пугач такой и застрелил отца, Саша Солнцев. Я ко всем людям к этим обращал слово свое, и люди каялись. Они осознавали себя виновными. Они просили прийти следователей и меняли все показания.
Я свидетель великой силы Слова от Духа Божия написанного. Он приходит, вселяется, очищает от всякой скверны. Я с этими людьми потом встречался после освобождения. Это новая природа. А ты сможешь это сделать? Не может. Он, даже осознавая всю неправду, он не может себя из трясины вытащить за волосы. Для этого нужна рука, я скажу, пронзенная воскресшего Христа. Считаем у Матфея 4:7. Иисус сказал ему, написано также, не искушай Господа Бога твоего. Вот Христос беседует с сатаной. Сатана предлагает три искушения, как Достоевский Петр Михайлович говорит, в них сконцентрированы все абсолютно соблазны мира. Хлеб, это зрелище, да, и говорит, чудо и власть авторитетов. И Христос каждые три раза сатане отвечал, написано. И сатана не сказал, еврейские басни, сказки. Сатана попятился и молчит. Сатана знает великую силу Слова Божия. Я лично ее испытал. На меня Слово Божие действует уже 50 лет безотказно. Я никогда не спорю, я просто возвещаю истину. Спорит тот, кто ничего не знает. С учениками Христовыми, со Христом спорили, написано. А они не спорили. Они возвещали истину, и написано, после первого-второго разумления, еретика, отходи в сторону. Псалом 105, 17 стих. «Разверзлась земля и поглотила Дафана, и покрыла скопище Аверона». Вот Невзоров Александр об этом говорит. Вот какую-то экзотическую там смерть, я немножко с другого его ролика беру и показываю. Вот она, экзотическая смерть. Написано так, числа 16, 29, 33. Когда восстали на Моисея Дафан, Аверон и Корей, то он сказал, если они, отступники, хулители Церкви Божией, умрут, как умирают все люди, и постигнет их такое наказание, какое постигает всех людей, то не Господь послал меня. А если Господь сотворит необычайно, и земля разверзнет уста свои, поглотит их и все, что у них, и они живые сойдут в преисподнюю, то знайте, что люди сии презрели Господа. Лишь только он сказал слова сии, расселась земля под ними, и разверзлась земля уста свои, и поглотила их и домы их, и всех людей, кореевых, и все имущество, и сошли они со всем, что принадлежит им, живые в преисподнюю, и покрыла их земля, и погибли они из среды общества. В моей жизни это было. Я начальник детского лагеря 40 лет, против меня ополчилась КПРФ. Коммунисты, там профессора были задействованы, еврейская здесь организация ВНЗР, Компартия, все силы приложили. Фильм поставили, когда я вернулся осенью, потребовал сатисфакции, то есть, чтобы они попытались как-то оправдаться и удовлетворить мое недоумение. Они отказались, я подал в суд, я подряд выиграл три процесса, их заставили опубликовать по телевидению, в газетах, и выплатить деньги, что и было сделано. Но самое это главное и страшное наступило потом. Кто меня судил, следователь, внезапно умирает. Который писал статьи, Александр Самульцев, лучший в московском комсомольстве на Алтае, находят зарезанного или какого в подвале. Профессор, который выступал, это все одновременно почти началось. Его в подъезде встречают и режут ему то место, про которое он говорил, который был летчик, там выступал, работал на Гатарке, а его выгоняют. Полный разгром. Так что не кто-то, а прокуратура была потрясена. Это что делается? Говорит, один за другим. Это не за вас ли Господь так делает? Прокурор внезапно умирает. Следователь совсем молодой, исчезает. Я знаю, Бог за человека, когда пути человека угодны Богу. Я за всех молюсь. Никому не желал зла. За врагов я всегда молюсь. Это Бог уже решает. Они умирают необыкновенным образом. Я просто предупредить хотел Александра Глебовича. Еще есть время, вы еще живы. Завтра может быть поздно. Принести полное покаяние перед Богом. Не нужна вам православная церковь. Ну отойдите в уголок, спрячьтесь там за свои скелеты где-то. Склоните голову и скажите. Я смертный. Сирахов 29:6. Помни последнее и перестань враждовать. Помни истление и смерть, и соблюдай заповеди. Бог допускает человеку ходить по земле, но помни день смерти, вовек не согрешишь. Тем более у вас скелеты, черепа дома, вам так легко думать о смерти. Екклесиас 11:9. Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости в воде юности твоей, и ходи по путям сердца твоего и поведению очей твоих, только знай,
что за все это Бог приведет тебя на суд. Я вот у вас посмотрел сколько роликов, я сегодня постараюсь об этом еще сказать. Если вам есть желание кого-то привлечь, ну зачем это не просто ляпы делать, а как бы умышленно всех людей делать из себя врагами. То гонения не было, то что вы не можете не знать, что это неправда. Я не могу умолчать, как проповедник, любя вас, уважая, как человека, человека. Мы братья все по Адаму. А во Христе это другое родство, по искуплению кровью Христа. Поэтому я вам все это и говорю. Псалом 13.1 и 52.2. Сказал безумец в сердце своем, нет Бога. А причина какая? Они развратились, совершили гнусные дела, нет делающего добро. Вы участвовали в разных военных конфликтах. Вы не отвечаете на вопрос, скольких людей убили. Ну, может быть, не знаете, снайпером были, издалека стреляли, я не знаю. Но если бы вы были в этом конфликте, в разных конфликтах в Приднестровье, вы смелый человек, отчаянно смелый. И поэтому ваша душа страшно томится в нераскаянном грехе. Но грех отпущает Бог. Но через людей, кому простить и проститься. Я вот коротко скажу, я признаю, только там церковь, где есть истинное рукоположение от апостольских времен, это католическая церковь, православная, это все юрисдикции, где есть истинное священство. Не какие-то там самозванцы. Это Григориано-Армянская. Не нравится православная, поезжайте в Ереван, Григориано-Армянская. Есть копты и сирийцы. Не нравится в стране, поезжайте там. И перед священником все это скажите со слезами, с раскаянием. И у вас все будет по-другому. Вот тут вашу мрачность, желчность, недовольство Бог уберет от вас. Вам это не надо. Вы сегодня буквально сгораете. Вам не прожить долго никак. Как вы так свою жизнь оценили? И неужели когти какие висят, вот когда видел вашей жены, когти, может от собаки, может от орла. Неужели они лучше, как крест Христов? Идет скорая помощь, крест. На храме крест. Все тут крест. Крест – символ милосердия, полной самоотдачи. Просто, ну, один раз на себя посмотрите, как человек критически все рассматривающий. Что дальше будет? Вы умираете, и только затхлый темный след останется. Ничего не будет. Ну, кто будет подражать? Какие ученики? Вести людей в никуда? К лопуху на могиле, и больше ничего нет? Позвольте, а для чего это жил, страдал, мучился, за какую-то идею боролся? Вы такие опыты делаете. Может быть, просто бывает, человек подписывает душу свою, как Мефистофель. Такое бывает, как он, ну, Брэму Стокеру приписывает это «Печаль сатаны, скорбь сатаны» или «Мария Карелли» в переводе княгини Кропоткиной. Там Лусио. Только согласись, ты пожелал быть мудрым, он даст тебе мудрости, но мудрость сатанинская. Желал богатства – даст, кучерявого жениха – даст, но в конце потребует расплату. Почему Николай Левашов умирает неизвестно как? Из космоса какой-то луч поразил его. Главный колдун. Я все вспоминаю 12 Никиты Михалкова фильм. Там один говорит, все это еврейские штучки, хотя сам еврей говорит. Вот эти еврейские штучки, они запускают про родноверов. Люди ненавидят евреев. А давайте на этой ненависти мы построим родноверов. Давайте. Вы мудрый человек на этом. Давайте мы построим такой. Буду всех поносить, всех отрицать. Я не московской патриархии. Я говорю, что я православный. Мы относимся к русской православной зарубежной церкви. Мы принадлежим к тем, которые признали акт экономического общения. Мы ходим в храмы московской патриархии. Но у нас по-прежнему митрополит Илларион Капрал. Вот. И теперь вы говорите о том, чтобы человек был добрым. А как он может быть добрым? Иоанн Златоуст говорит так. Вот ко мне приходят люди и говорят... Вот ваши верующие, смотри, что они делают, пьют, ходят. У меня был такой случай, что верующий своровал. А вот неверующий бывает хороший. Иоанн Златоуст просто ответил. О том, что верующие бывают не такие, не соответствующие тому образу, который написан в Святой Библии, я и без вас знаю. А о том, что неверующие могут быть хорошими, такого не знаю. Почему? Чтобы быть добрым, у верующего три неотразимые причины. Первое – страх наказания. Неправедное Царствие Божие не наследует. Ни убийцы, ни воры, ни пьяницы, ни злоречивые, никто, никто. Второе – обещание ради будущих благ. Жизнь вечная и Царство вечное. Быть со Христом. И третье – это благодать Духа Святого, которая поддерживает, вразумляет, наставляет и обличает.
И несмотря на это, есть верующие, которые падают, спотыкаются и творят злодеяния, и сидят даже в тюрьме. Я встречал таких. Но это только название, что верующие. А у неверующих это 100%. Ну, пьяных на дороге, ну, у нас не Таиланд, не дерут розгами задницу-то. Но процентов-то несколько попадается. Но на эти несколько процентов у пьяных 50% аварий. А там, может быть, 0,5% пьяных на дорогах-то не бывает-то. Так и здесь. У нас, считая даже верующих, которые не исполняют заповеди Христовы, только называется, может быть, 90% в стране неверующих. И поэтому все, что делается где-то под именем Бога, но не исполняющий заповеди Божии, это падает на атеизм, на неверие. И поэтому, когда вы говорите о том, как беседовать с верующим очень легко беседовать, потому что у них есть авторитет Священного Писания. С неверующим нельзя беседовать. И не о чем беседовать. Он сразу ярится, злобится, он не знает, для чего живет. С верующим легко беседовать по всей Библии от корки до корки. Я миссионер. В моем доме пришло много сектантов. Баптистов, пятидесятников, меннонит, адвентист седьмого дня. И делается православными и батюшками. Вот у меня одна встреча с евреем. Еврей Наум Израилевич. Родители живут в Израиле. Одна встреча была. Он родился в еврейской семье. Другого не знаю. Одна встреча в моем доме. И он вышел из дома уже верующий. И теперь он батюшка, отец Наум. И не какой-то, а порученец патриарха Илии II в Грузии. Вот в моем доме обратился следователь военный. Теперь он батюшка, военный, сотрудник КГБ. Комсомольский вожак у меня, двоюродный племянник Суслова. Обратился, стал иеромонахом Григорием. Это тот, который погиб от рук кришнаита в Туре. Поэтому с верующими говорить очень легко. И утешительно, если верующие эти знают Бога, если они исполняют заповеди Божии, если они молятся. Поэтому беседовать с верующими вы, конечно, не научите, потому что опыта не имею. Я имею опыт беседы с верующими, потому что без Бога, то есть без Слова Божия я жил 23 года. Поэтому ту характеристику мою знают многие, я ее знаю. Но у меня теперь опыт 50 лет в вере. А если вы никогда не жили христианской жизнью, ну, а судя по вашей биографии, я посмотрел, там дня не было христианской жизни. Отец там в КГБ или дед там работал, сам ходил, воевал, каскадером был. То есть нигде нету даже намека на христианскую жизнь. И поэтому, ну, говорить то, что вы знаете, да, вы знаете. Вы знаете сергианство, московскую патриархию. Поэтому они вас там отравили. Вот это сребролюбие, вот это подсиживание друг друга, вот это проникновение во все органы, вы все говорите правильно. Я об этом много уже лет говорю. И здесь я ничего не могу сказать, кроме одного. Благодарю вас, Александр Глебович, что, может, через вас они одумаются и начнут каяться. Пятый вопрос закончил.